Магазин «Батискаф» Санкт-Петербург представляет вашему вниманию водолазный нож «Сквизилок» «Титаниум Стилет». Страна-производитель и разработчик Франция, фирма «Аквалонг». Итак, рассмотрим нож поближе. Данная модель подходит как подводным охотникам, так и дайверам. Но для подводных охотников здесь одно есть. Один недостаток: в комплекте не идет ремней. Ну, в общем и целом, можно повесить его на основной ремень. Что мы видим? Клинок выполнен из титана, обоюдозаточенный. С одной стороны гладкая заточка, с другой стороны серрейтерная. Очень тонкий, хорошо добивать рыбу. И титан, в отличие от любой нержавейки, абсолютно не ржавеет даже в соленой воде. Он даже не желтеет. Нержавейка, она в соленой воде все равно окисляется. Застежка типа Fastex. Это очень удобно. То есть, в случае попадания в какие-то неприятности, вы схватились за ручку, интуитивно вы его уже вытащили. Да? В то же время, сам по себе он никаким образом выпасть не может. Крепление очень надежное. Чехол выполнен аккуратно, маленький. Абсолютно не шумит, звука нет совсем. Вот, большая прорезь у него идет под ремень на поясе, да, то есть можно на пояс его вешать. Либо дополнительно, если вы приобретете, вот здесь есть дополнительно такие две проушины, для того, чтобы повесить его на руку или на ногу. Вот, в общем и целом нож очень красиво и качественно все выполнено. В комплекте для дайверов идут вот такие вот болты с гайками, увеличенные пластиковые, чтобы можно было прикрепить на BCD. Вот, ну, либо куда там угодно. Ну и, конечно же, мы попробуем, как он режет, как он работает в действии. Берем 3-миллиметровый, 3,5 миллиметра точнее, линь. Ну, с таким справляется очень легко. То есть веревочные сети режет очень легко. Да, никакой проблемы нет. Ну и, конечно же, задача посложнее. Возьмем монолинь 1,8 фирмы Крейси. Им привязывают гарпуны на арбалетах. То есть очень прочный линь. Третьей попытки он разрезает данный линь, но это очень прочный линь, то есть если выдерживает выстрел гарпуна, да, надежность его большая, на разрыв 260 килограмм. Ну, в общем и целом, самое хорошее впечатление по этому ножу. Итак, заходите на наш сайт batiscaf.ru, либо приходите к нам на Морскую ножную 33.